Поздравляем вас со святом Днем Конституции Республики Беларусь. Конституция увобрала у себе в опыт шматгодового исторического шляху Беларуси, отзначила новый этап у политичным и социально-экономичным развитии нашей краины. Житё подтверждает, конституционный порядок – это фундамент стабильности и громадской сгоды Украине. Урочистое мероприемство, присвеченное Дню Конституции Республики Беларусь, объявляется открытым. Депутатов Александру Александровичу Хвасько. Уважаемые ивьевчане, от имени районного исполнительного комитета и районного совета депутатов поздравляю вас с одним из самых главных государственных праздников нашей страны – Днем Конституции Республики Беларусь. Это праздник всех, кто гордится своей страной, уважает ее историю, кто трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли.
являясь основным законом нашей страны, Конституция сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и экономические особенности государства и общества, четко определила приоритеты национального развития, обеспечивает порядок и безопасность в стране. Конституция служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия населения. Гарантирует надежную защиту прав и свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций и духовных ценностей белорусского народа. Наш высокий гражданский долг – уважать Конституцию, строго следовать ее положениям, повышать правовую культуру общества. Жизнь доказала, основной закон не является просто декларацией добрых намерений. Это реально работающий документ прямого действия. Любой гражданин должен знать и чтить Конституцию своей страны. Ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Все мы хотим жить в независимой, процветающей стране, где для каждого созданы достойные условия. Именно такие задачи ставит Конституция. Но никто, кроме нас самих, не создаст эти условия. Пусть нынешний праздник еще раз напомнит об этих простых, но важных истинах. Пусть он придаст всем нам сил и уверенности в достижении поставленных целей. Все мы должны приложить усилия для того, чтобы Республика Беларусь также уверенно и твердо стояла на позициях сильного и неделимого государства, а наш регион получил новый импульс в своем развитии. Уважаемые ребята, для вас сегодняшний день знаменателен тем, что вы получаете паспорта. Основной документ, подтверждающий личность гражданина Республики Беларусь, вручается вам в канун Дня Конституции, в год молодежи, в год празднования 70-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Помните, что уважать основной закон означает уважать свою страну, уважать самих себя. Желаю всем вам новых трудовых свершений на благо родной Белоруссии. Пусть в ваших домах господствует спокойствие и уют, любовь и взаимопонимание, удача и искреннее человеческое счастье, крепкого здоровья, душевной гармонии, оптимизма, мира и добра вам и вашим семьям. Спасибо. Для вас співає Діяна Недбайлова. Дитинство моё с мёдом ты каской, с маминой лаской, это мой дом. Ён покличе мяне, прилячу на крыле, песню спяю по вясне, восью твое небо. Васильковые дали за небо край, васильковая каска, кветки любимые, васильки, васильки. Родный край, где кохання знайшла песню и долю,
шчасце і болю. Гэта мой дом, дзе ад веку мае Бога замова, роднае слова. Гэта мой дом, ён пакліча мяне. Прилячу на крыле, песню спею по вясне. Васильковое небо, плынь журавлиная, васильковые дали за небо край. Васильковая казка, кліча мяне, прылячу на крыле, песню спяю па вясне. Васильковае неба, плынь журавліная, васильковыя далі за неба край. Дзяўчат, у якіх сёння асаблівы дзень. Кожнаму будзе уручаны пашпарт, галоўны дакумент грамадзяніна краіны. Маладыя людзі уступаюць у пару грамадзянскай сталасці. Атрымаўшы пашпарт, яны становяцца паўнапраўнымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь з усімі прапісанымі ў канстытуцыі правамі і абавязкамі. Вам, маладым людзям, сабраўшымся ў гэтай залі, выпаў гонар атрымаць пуцёўку ў дарослае жыццё. Для ўручэння пашпартоў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, кнігі «Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь» на сцэну запрашаюцца. Рынкевіч Надзея Андрэеўна. Дядуль Алексей Викторович. Казак Ганна Юрьевна. Каренда Катерина Сергеевна. Радкевич Диана Борисовна. Лайкович Олеся Олеговна. Чурейна Дарья Станиславовна. Волонцевич Артур Юрьевич. Горбач Александр Леонидович. Рафалович Александр Александрович. Горбач Гражина Чеславовна. Сильванович Анастасия Александровна. Киреев Максим Андреевич. Дядуль Яна Ивановна. Ковалевская Дарья Геннадьевна.
Иванович, Комка Александра Руслановна, Ринкевич Лизавета Юрьевна, Положенный Александр Александрович, Инесса Александровна, просим вас вручить пашпорты Конституции Республики Беларусь и книгу «Я гражданин Республики Беларусь». Молодому громадянину Республики Беларусь, навученцу Ивьевской средней школы Рафаловичу Александру. Сегодня торжественное и важное вручение наших паспортов. Каждый человек в своей жизни получает этот паспорт. Этот главный документ сопровождает каждого человека, и потому получение паспорта – не пустая формальность. Теперь каждый из нас является полноправным гражданином своей страны. Сегодня не только мы, но и наше государство удостоверяет, что в нашей жизни начался новый ответственный этап. Теперь, как и у каждого взрослого человека, у нас появятся новые права и, конечно, новые обязанности. Понимаем, что мы получили документы в знаменательное время. 70-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне – даты не просто мужественные, а трогательные и святые. Именно поэтому понимаем, что мы, молодые, опора вам, старшему поколению. Понимаем, что мы будем всегда и везде за вас. Обещаем с честью нести по жизни гордое звание гражданин Республики Беларусь. Громадяне Республики Беларусь,
Пройдите к Илье Ласкову в зал. Беларусы можем ганарыцца. Мы ганарымся сваёю песняй, мы ганарымся сваёю мовай, мы ганарымся тым, што мы беларусы. На сцэне народны ансамбль народнай песні «Юрацішкаўскі кірмаш». Мастацкі кіраўнік Таццяна Карташэвіч. Костёр.
И соловья, что нибы дудка грая, для вас спевая Василевская эсфир. Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды решают сна дома отчего тихую пристань. Покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Будучыня нашей краины залежит сегодня от усіх нас, от нашей настойливости, энергии и самоотданной працы.
Наше сумісне намагання для розквіту батьківщини будуть узнагороджені доброю пам'яттю нащадків, наших дітей і онуків. Сьогодні далеко гучить ім'я Білорусі піснями своїми першородними і мовою своєю чистою, славянською. Я на глибоко у ґрунті історії і традицій, думкою своєю я насягає аж до зор. Сустракайте на сцені Владислав Кайрис. Жили-были у речцы плотки, бесклопотные молотки. Жили-были, не тужили, нигде службы не служили, а нигде не працавали, только танцы танцевали. Як почнуть танцевать, по ущой речце чувать, узнімають хвалі, самі себе хвалять. Ну, а стренуть кого? Нет, пусть так його. У круг запрошають, скакать примушають. Пострачали не як рака, закружили небараку. Голову згубив вусати, 3 години повз до хати. Потім стрелі окуня, танцевали з їм півдня. І мазурку, і гапак, ледь живий окунь, біда. Стрелі чарапаху, а тая со страху забігла у хатину, зарилася у тіну і там лежить. І уся дрижить, і головень ховався увесь день, і пішкури сидять у нори, а де яни, там і уюни, і караші, і нават язі углей зариваються, от плоток ховаються. А ліни товстуни, великі хитруни, пора ли плоткам веселым молоткам запросить щупака станцевать хапака. Як пойшов щупак танцевать хапак, роки в боки, саму скоки, вокруг плоток веселых молодок. Плоток забавляє, жапу разявляє, зуби шерить, каже, час вечерить. Убачили плотки щупакову глотку, а у ёй зуби у 3 ряди. Ди от страху хто куди, хто у вір, хто у трешньох, а хто просто на дно лёг, або у глей зарився, чи под корч забився. Поховалися хто де, стало тихо у воді. Ніде не скачуть, ніхто не плаче, под корч не ховається, у глей не заривається, не лежить, не дрижить, ди на утек не біжить. А як же плотки, веселые молотки? А їх нават не чувать, зараклися танцевать. Красой озерною, красой лясною, мяне чаруєш ты, земля моя. У росах ранішніх усёй душою полежить нёвые вітаю я. Куди б не вывів лёс мяне далёка, завжди пачується мне голос твой. І белавежий гул, і буслов клёкат зазвонять песнею души моёй. Свои віншаванні вам дорить хореографічний колектив Іївської дитячої школи мистецтв. Мистецький керівник Ема Мусіна. Thank you.
земли. И нема у свете больш могутной за яе, бо моя земля сусвет, моц моей земли, моц сусвету, моц небесов и зорок, что любит простор земли моей цудовной, земли белорусской. Беларусь моя, твои мы дети, Белой Русью мы тебе зовем на великой, великой планете. Ты одна, наша любовь, наш дом. Витайте! Для вас спевая ансамбль «Вечерница», мастацкий керавник Вольга Павловская. Запомнился для всех нас назавжды. Жадаем вам такую вось узнеслость и почуццё пронести праз гады. Вас віншує со святом вокальная группа «Музычная капель», мастацкий керавник Вольга Аудзевіч. Thank you.
цябе, нібы неба нарадзіла, купала ў вечарах азёр лясных. Таму і вочы ясныя надзіва. Ты, Беларусь, дабрэйшая за ўсіх. Тваё імя ў сусветнай кнізе сіняй з вялікіх літар вечнасць пачала. Слывеш уласнай долі гаспадыняй. Ты, Беларусь, з адвагі і святла. Сустракайце на сцэне вакальны ансамбль «Варажэя» Ліпнішкаўскага сельскага дома культуры. Теплые слова, все для тебя. Белым, 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 бело, заметай духом белым мое окно. Бела, 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 белая Беларусь, сердце бьется, пусть за Беларусь. Заплетена Беларусь, реками хрустальными увенчана Беларусь, свети всегда моя звезда, и будет сердце навсегда. Каб жыццё беларусам было прыгожым і спакойным. Вас віншуе са святам народны ансамбль народнай музыкі «Чабарок», мастацкі кіраўнік Леанід Журко. Thank you.
Жита місця жіночки заколихани, тут сябра спрадвек називають кохани, сябро дорогих запрошають у гості, тут люди не схильные кривдить когості. У гэтай країни для хати буслянки, а у хатах пяшчотна гучать калиханки. Радзімою нашай край гэты завецца, хай нашай радзімі щасліва живецца. Thank you.